Есть очень хороший анекдот, который показывает модель. Значит, китайский министр финансов собирает двадцатку, и к нему приезжает русский коллега. Значит, они вечером выпивают, едут на виллу к китайцу, у китайца потрясающая вилла, открывается Дом Периньон, значит, они идут погулять. Китаец говорит: да, вилла у меня хорошая, знаешь откуда? Видишь реку? Угу. Видишь мост? Угу. Ну, 5% я прикарманил, вот построил виллу. На следующий год двадцатка проходит в России, они приезжают в Питер. Никого не хочется обидеть. В общем, какой-то российский чиновник ведет человека гулять, показывает виллу, говорит: видишь виллу? Угу. Видишь реку? Угу. Видишь мост? У-у. 100% прикарманил, они мои. Отсюда вилла. Это примерно показывает проблему коррупции в Китае.